Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 640. События дня. Евангелие от Луки 21:8. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». За 13 сентября 2017 года. Я пишу Королёвым в Канаду. Мир вам, дорогие наши соотечественники. Часто ли вспоминаете прошедшее лето? Столько же было передвижек у вас. Мне бы хотелось получить ваши воспоминания и подробнее обо всем, от всех по отдельности. И я их засчитаю в событиях дня. И как у своих в Москве были, и какие были воспоминания, рассказы ваши и о вас, что касается вашего пребывания здесь у нас. Как Константин вас встретил, отец, не разочарован ли, что не все так получилось и не очень видны изменения к лучшему в детях? Ожидаю, Игнатий, 13 сентября 2017 года. Михаил Кальмаев. Спаси Христос за стихи ваши, Игнатий Тихонович. Считаю и вижу образ души автора. Ваши стихи – это как ваша икона. Это изображение вашей души написано не красками, а словами. И моя душа откликается на строки этих стихов. Как будто стихи играют на струнах моей души. Это как Библия. Именно здесь образ души Господа Иисуса Христа. Его икона, верно передающая его образ, в отличие от икон, которые написаны красками. В этих иконах человеческая фантазия не знала удержу, в отличие от образа, написанного в Библии. Библия – самая верная и правильная икона Сына Божия. Юрий Соболев. Спаси Христос! Происходящее кругом в глазах верующего напоминает грозно эти слова Господа Иеговы, в частности, печальная новость о Потеряевской школе, номер 628, события дня, притча 36, не прибавляя к словам его, чтобы. Думаю, посмотрю быстро, что ново. А как вы стали отвечать на вопрос, так и не остановил видео, пока не досмотрел, дослушал до конца, хотя это и считал ранее в открытом оком. Пишу вам кратко свои сообщения, так как Потеряевская скорость интернета невысокая и трафик дорогой. Учитывая это и продолжительность ролика, благодарю, Игнатий Тихонович, вас за ваши каждодневные, ревностные и обширные ответы во свете Библии. Почти всякий ваш ответ ко мне стараюсь услышанное приложить к себе. Александр Марьясов. Мир дому вашему, Игнатий Тихонович. Ваши стихи во многом всегда указывают на многие вещи, которые мы практически не замечаем в суете нашего земного бытия. Мне нравится ваши стихи читать именно из вашего томика, когда никто не отвлекает, и ты со спокойным внутренним состоянием размышляешь, а о чем же думал Игнатий Тихонович в момент приходящих в его сознание этих строк, что сподвигло на написание их. Еще куча вопросов, а ответ гораздо проще всякого моего рассуждения. Это любовь к Богу. А отсюда уже исходит все, все, что окружает вас в этом мире. Благодарю вас. Спаси Христос. И вот события дня. Прошедший день. Весь день. Попеременно. Морось. Это мелкий-мелкий дождик идет. Ничего не делали. Сидели, ну, внутри комнаты. Чуть просвет был. У нас гостит Сергей Егорович Игнатов с Украины. Угледар. Вот. Колодец перед этим только чистили день назад. Вышли, он взял святую воду с собой, она есть и у нас, но он взял свою. И он посвятил воду, которая в колодце. Опустили, промыли шланг, опустили немного, пошла вода и уже чистая. Теперь не надо им ходить даже через дорогу рядом, у Володи своя вода, и ну, вот такой результат. Вытащили в колодце, там 14 лет не чистили, на полметра, еще 40 сантиметров, говорит, до дна осталось. Ну, я говорю, не надо. Оставить до следующего года. Чистить в сентябре, когда подводные воды опускают уровень свой.
Но остальное были все вместе. Володя пек хлебы в русской печи, а у Сергея Егоровича вопросы. И я на них отвечал. И потом они появятся в интернете. Хорошие вопросы. Вот так. Ну и что? Посмотреть наши ресурсы. В моем мире я люблю этот. Увидите, где я тут в шапке стою. Здесь можно переписываться, давать ответ, какие вопросы. Что-то я не пойму. Обновить, может быть, надо. Нет, ничего нету. Почему-то не перенеслось еще сюда. Дальше ленточный наш православный форум. Это у нас уже давно. 2776 день. Большой форум. Как раз вчера Игнатов Сергей целый день перекачивал в аудио Библию, мной начитанные раньше, себе. Это 3 с лишним гигабайта занимает. Посмотреть, сколько вчера посетителей было. Вот 227. Вот сегодня на 16. 227. Это 1600 тем здесь. Ну и канал. Канал наш. Какая-то, изменить вид страницы. Посмотреть. По 5 роликов стал ставить. Вот. Перед включением света окна тщательно зашторить. 23 просмотра. И большой во свете Библии православный библейский сайт. Вот звук и видео от книг. Здесь столько всего. Отдельные книги. Ответы, вопросы. Вот сейчас вопросы и ответы. По слову «война». Вот. Вопрос 2730, 12-й том «Открытым оком». Вы говорите, что не нужно браться за оружие, и в то же время как-то сказали, что если бы в гражданскую войну попали, то были бы на стороне белых. Правда-то была на их стороне. Горный Алтай был же освобожден от красноармейских частей, значит, Бог был за белых. Ответ. Говорят, что если бы был... Говорил, что если бы был до встречи со Христом... пока еще не уверовал. Если бы вот такой был, какой я сегодня есть, то ни с кем не был бы, а был бы убит за то, что не взял оружие в руки. Бог назначил идти в плен, и нужно было покориться. В Горном Алтае было временное постановление власти от генерала Унгерна Ургу Улан-Батор. В октябре 1921 года, в октябре, под Ясаулкой Городов Александр, он сам с Горного Алтая и знал их язык. Местность, обычаи алтайцев, был полным георгиевским кавалером в Первую мировую войну. С отрядом примерно в 2000 человек вошел в Горный Алтай. Пытался сходу взять Кошагач, но порастерял людей убитыми и сбежавшими, и осталось у него около 200 человек, с которыми начал освободительную войну. Иван Долгих... По 2-метровому снегу через Теректинский хребет в страшный мороз сумел зайти с тыла к спокойно спавшему Кайгородову в село Таданду и смирил его. Сняли с него голову, обложили льдом ее и повезли на показ своему начальству и его жене для опознания, когда она сидела в барнаульской тюрьме как заложница. Сколько горя он принес людям! Его храбрость ему нисколько не помогла, когда он успел заскочить в погреб, захваченный сонным, с чужой женой, как говорят. Иисуса Навина, 23:5. «Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего, истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш». Исайя 59:19. «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его».
Опять трагедия, погибшие шахтеры, осиротелая жена, родители и дети. Известия такие, во мне с синдромом терки, и смертью, мужеством жилища обогреты. Пылает уголь жаркий под кастрюлей, мороз не в силах заморозить ночью. Подземный пахарь, это не бирюльки, без них и мне хана, каюк воочию. Сейчас в тайге, по поясу вязая, к сосне готовая рухнет не туда, вверх озирая лесоруб слезами своих детей, когда придет беда. Бесчисленные кровавые услуги от тех вещей, с которыми сроднился, всего, что есть, касались чьи-то руки. Когда я помнил их, о них молился. Быть может, те, неведомые мне, в дыму табачном матерились злобно, и жаль, тем более отчаяний сильней, вдруг оказавшихся на месте лобном. Благодарю за все, что на столе моем Создателя Творца, Зиждителя Вселенной, с Ним на молитве, только мы вдвоем, Он неизменно вечный, и я мгновенно тленный. Запознанные за то, что скрыто, за благо и за скорбь болезней тяжких, засваренные за то, что сытый, в замерзлую постель когда-то ляжем. Бог Иегова пробуждает совесть, ведет к Евангелию, кормит с толкованием. При словословии Христа исчезнет горесть, мы подтверждаем собственное звание. Должник я всем, а мне хоть кто-то должен, хотя бы кто-то, где-то, пусть один, что от греха удерживал, натягивая вожжи, и проповедовал до самых до седин. 19 февраля 2005 года. Стихотворение сегодня, я его опубликовал уже, еще раз опубликую и пошлю, кто не читал. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня, не заметив, прошли, взглянули лишь косо, змеёй струились и косы, заноза я в них не вошел, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь, по лезвию острому кубарем там я скатился, а женщина в силе снесла бы мне голову с плеч, теперь бы под старость рыдала, в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака, из сердца кострища с горящей своей головней, но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка, да теплую ночью прошедшая сладко кольнет. Не мне подбивать и тоже спектакль необычный, но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не в сладость, конечно, что чувствами сад ископычен, но снова я жив и в ночу не могу на девице. Как славно, что кудри мои никого не прельстили. Характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал, мое тело бесилось в могиле, а разум треножил в геенском сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что капут мне, но корень обрублен и вянут цветистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял, работа до пота сгорал в одиночестве диком, то ветер измен перемен в порошок истирал, примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанную милостью Божьей, вставал окруженный мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей, дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье, в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые чистые сестры. Обсиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. 9 ноября 2005 года. Ну, на этом сегодня все.